О том, как развивается туризм в регионе, журналистам рассказал новый начальник департамента спорта и туризма Дмитрий Ковалевский. Конечно, Ивановская область – это не теплый Краснодарский край, но и нас, туристы, стороной не обходят. Количество путешественников с каждым годом растет. Порядка почти 1 290 000 человек, а в 2013 году мы планируем увеличение этого потока до 1 330 000 человек. Прежде всего, рост внутреннего туризма у нас связан с увеличением числа экскурсантов, также посетителей различных культурных мероприятий. Главным туристическим брендом области в последнее время является Плес. Только в этом году на развитие его инфраструктуры было потрачено более 145 миллионов рублей. Сейчас в разработке еще два проекта – Палехская жар-птица и Волжская ривьера. Развитие всей прибрежной полосы Волги на территории Ивановской области. Это у нас и Кинешма, это и Пучиш, это и Юрьевец и так далее. Большой проект, который перспективно, конечно же, имеет потенциал. Деньги на продвижение Палеха и Волжских берегов планируют получить из федерального бюджета. Для этого необходимо включение в целевую программу по развитию внутреннего туризма. На 2013 год запланировано в федеральной целевой программе нам, это то, что сейчас запланировано, порядка 290 миллионов рублей. Софинансирование из областного бюджета предусмотрено на 82 миллиона. А вот на деньги инвесторов пока в регионе особо рассчитывать не приходится. Дмитрий Ковалевский пояснил, что для бизнеса важную роль играет развитая инфраструктура, над чем, собственно, чиновники и работают. Пока же инвестору интересен только Плес. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.